Ребят, всем привет, с вами снова Дукит, канал World of Games. Сегодня мы поговорим опять же о таком приложении, как Origin, а именно подписки платно, ребят, стоит ли подписываться, и что она себя включает, что она себя представляет. Это подписка Origin Prime Access, ребят. Стоит она 999 рублей, включает на 135 игр, ребят. Также мы сравним со стандартной подпиской, которая стоит 300 рублей, 299, если точно быть. Ну что ж, она включает у нас, как видим, у нас есть, есть ранний доступ в плане, мы можем сделать предзагрузку 12 октября, то есть поиграть в Battlefield 5, который должен выйти. Единственное, что я где-то читал, что будет бета-тестирование, по-моему, 4 сентября можно принять участие вроде как. По 11 часов, по-моему, дня по Москве. Вот именно для тех, у кого есть либо подписка Origin Prime Access, либо есть кто сделал предзаказ, ребят. Что касается, ребят, стандартной подписки, я, кстати, тоже долго ей пользовался, которая стоит 300 рублей. Разница в том, что там вы можете только поиграть 10 часов. Это когда выйдет игра, то есть будет релиз игры. Вот, единственное, что, по-моему, там в компанию нельзя играть, когда у вас пробная версия. Блин, врать не буду. Короче, вот так вот. Также, ребят, у меня до этого подписка была, как я и говорил, этот классическая Basic. Вот, сейчас я подписался еще на именно. Я решил просто посмотреть, что это из себя представляет, эта подписка Origin Prime Access. И вот нам добавили еще, получается, с вами 8 игр, в которые, то есть, мы можем поиграть. Вот, так как если бы у меня была стандартная подписка, это все игры были бы, ребят, платные. Вот что из себя представляет эта данная подписка. Ну, я вам скажу, для тех, кто, ну, не скачивает с торрентов, а для ценителей, там, я не знаю, коллекционеров игр, там, кто только покупает, выгода в том, что вы, ребят, грубо говоря, за 1000 рублей в месяц. Ну, хотя, если вам она понравится, вас устраивает, лучше, конечно, взять на год. Это будет дешевле намного. То есть, вам представляет возможность, как сказать, поиграть в коллекцию игр Origin, я имею в виду, данного приложения. Вот. Ребят, это нисколько не реклама, это просто видеообзор. Я решил просто снять, сделать, и чтобы вы сами посмотрели, оценили, стоит ли вообще вам эту подписку брать. Вот, я думаю, не знаю, я надеюсь, что я не пожалею. Вот, ребят, и буду останусь довольным данной подпиской. Ребят, ну кому это видео помогло? Ребят, кому, вернее, даже не помогло, кому это понравилось и кому это было полезным, то, что кто-то хотел вам ну, подробно узнать, что это такое вообще, стоит ли вкладывать сюда деньги или отдавать за это деньги, вот, то это уже выбирать вам. То есть окончательное решение за вами. Хотите ли вы или не хотите, в принципе, решать вам, ребят. Ну, на этом, наверное, все. С вами был Дукит, канал World of Games. И, ребят, до новых встреч. Не забывайте, ребят, подписываться, ставить лайки. И всем, ребят, пока.